Всем привет, ребят, с вами снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить Black Mesa. Это уже 16-я серия, и все так же глава Zen, которую я так и не закончил за предыдущие, кажется, две серии. И сразу скажу, в этот раз я снова запишу две серии сразу. Ну, в смысле, в один день. Так что некоторые советы я могу тупо не увидеть, но я их прочитал в 15-й серии, особенно в плане ачивок. Да, я, оказывается, перепутал ачивку. И в Зене нам вартигонтов, я так понимаю, вообще убивать не надо. Это то ли доктор пацифистских наук. Да, вот эта ачивка. 7 вартигонтов, их не нужно убивать. В главе нарушитель. Пока еще у нас глава только Зен. И... куда это я захожу? Загрузить, да. И, короче, по ходу дела будем разбираться. Все ачивки я выполнять точно не буду. Особенно ту ачивку, где нужно убежать от босса, не получив урона. Я считаю, это пустая трата времени. Скорее всего, я буду погибать, как дурачок. Давайте приступим к прохождению. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Пока что я выпускаю серии каждый день. Но скоро это уже будет не актуально, так как у меня тупо не будет времени. И вернемся к старому графику, который там у нас был вообще рандомный, но 2 видео в неделю, я думаю, что смогу обеспечивать. А там посмотрим. К тому же у нас еще Flatout надо закончить будет, потом начинать GTA 3 и параллельно ППГу. Я не знаю, как это все устрою. Хочется верить, что это будет довольно удобно реализовано. Ну, типа одно видео, потом другое. Так, я остановился... все еще на этой главе, и вот на месте, где мне показалось, будет... этого не видели. Будет страшная какая-то штука твориться. Наверное, нападут какие-то противники. А может быть, нет. В любом случае, я думаю, что глава скоро закончится. Осталось тут совсем немного. Мне прыгать сюда явно надо. И просто перепрыгнуть... да нет. Сюда? Не, все правильно. Мне кажется, нужно прыгать вниз. Да. А по воде разве я не мог таким же образом пройти? Давайте возьму дробовик. На всякий случай. Короче, еще проходить и проходить. Как минимум будет, я так полагаю, серии 5. Минимум. Какая-то Black Mesa довольно долгая. Half-Life 2 мы закончили, именно основную игру, за 14 эпизодов. А тут, наверное, 20 будет. Это что такое? Ничего страшного. О, блин, случайно выстрелил. Да, мне тоже их жалко убивать, но чисто интересно уже, сколько... там еще один? Мне уже кажется, это глюки, нет. Да, мне чисто интересно, сколько я замочу вот этих простейших и сколько останется невыполненных. Я так понимаю, это в конце главы, да? Что? Это рыбка. Или мне уже кажется? Это не рыбка, это что-то похуже. Вылезь, идиот! Почему я не могу вылезти? Я, конечно, все понимаю, но это честность. Да. Там что-то плавает. Как-то не хочется мне узнавать, что это. А. Я понял. Я уже думаю, все, завис. Нет, меня тупо схватило. Это новый барнакл, только подводный. Подводный барнакл? Или барнакл? Как там это правильно? О, это был еще один бедолага. Нет, это просто место, где можно пополнить ресурсы. Что это такое? Ничего. Мне туда? Пожалуй, да. Когда уже там эта глава закончится? Я так понимаю, нужно двигаться в этом направлении. Где моя рука всевласти? На, урод! Ихтиозавр! Хавай! Хотя зачем я трачу на них время? С другой-то стороны, да? Но лучше одного завалить, на всякий случай, раз уж я начал. Он нормально так урон получает. К тому же это все бесплатно, а халяву я люблю, как вы знаете. Короче. Ну не убил, да не убил. С кем не бывает.
Надеюсь, эти платформы не спускаются. Ну, в смысле, не тонут. О, хорошо. Я, получается, даже вот эту глиняную пушку заряжаю. Это хорошо, потому что не трачу патроны к ней. Или для нее. Хорошо. А, они еще и плюются из... Нет, это не они, это мои любимые плевальщики. Крокодильчики. Я вспомнил это место. Капец, сколько тут знакомых мест из первого прохождения. Как же хорошо эта игра влияет на память. Ну серьезно, тут столько всего запоминающегося. Это что за капсула? Она заспавнилась. Я лучше возьму МП5. Я слышал собачек. ХП, кстати. Надо было 3 ХП восполнить. Пожалуйста. Мне казалось, тут то ли секрет есть. А, ну мы в любом случае туда идем. Там еще собачка. И не одна. А, плеванная собачка. Так ей и надо. Что тут? Нет. Кажется, спуститься я не могу так. Нам нужно идти прямо по туннелю. Где-то моя рука всевласти. Да, я, пожалуй, буду вот так идти. Рука плюс МП5. Тут оно как-то странно всплывает. Вот эта платформа не падает. Нет, она не падает, но она байтит. Ну да. Она же не... Она падает. Я вас понял. А там еще вот эти барнаклы подводные. А куда тут? А, все так просто? Куда стрелять? Ой, так там будет большой взрыв. Секунду. Да. Почему-то под водой оно не хотело взрываться рукой всевластия, но... Вы понимаете, да? Вот чувствуете мои эмоции, когда я вижу этих рыбок, которые за один удар сносят столько хп... Я не могу вернуться. Не хавайте меня, пожалуйста! Я невкусный. Их надо убить. Причем желательно с револьвер. Сколько вам надо пуль, чтобы сдохли? Потому что они будут за мной охотиться, когда... Она сейчас будет охотиться. Да всплывай! Интересно, сколько дамага наносит вот эта рука? Вот как-то проверить. Почему так быстро эти платформы? Все? Нифига себе. Окей. Это было неожиданно и совсем неприятно. Не надо меня ловить. Там вроде бы еще одна такая же была. Ихтиозавр, извините. Не такая же, а такой же. Ну, рыбка. Короче, одним словом, рыбка. Да? Да мне уже кажется. Слишком много барнаклов подводных. Да и надводных тоже. Только так. Я не могу разве? Могу. Спидран активирован. Спидранчик. Зачем я револьвер потратил? Я совсем дурачок. Там даже глок бы прострелил. Ну вот теперь вы знаете, как можно слить один патрон револьвера. Даже... Зачем? У меня 100 из 100. А, причем и то, и другое, понимаете? Только вот проблема в том, что я, если спущусь, то уже не вернусь. Да. Еще и загрузка. Ну все, тут бруталити сразу. Пускайте титры, потому что я, кажись, почти прошел главу Зен. Не прошло и 3 серий, как говорится. Хотя, конечно... Какой-то серии было. В 14-й, да? Я не сразу начал эту главу. Я начал ее где-то на половине серии. Зря. Тут будет много собачек. Короче, в идеале нужен дробовик и чувство тайминга. Вот так. Где собачки? Одна есть.
Только одна. Понятно. Ну, я просто ломик случайно достал. Такое бывает. Господи, какая громкая музыка лично у меня. Эй, братишка, у тебя ничего не было, или я уже все подобрал? Бывает. Короче, да, мы движемся вон. Кто? Я вот сейчас не понял, откуда эта собачка вылезла. Да, мы движемся вот прям туда. Тут столько этих бомбочек. Я ж не думаю, что столько собачек еще будет. Она сама себя взорвала. Пыталась меня взорвать? Так я тебя сам взорву. Точнее, не я, а ты сама, да. Подорвешься. Вам не кажется, что лучше сделать вот так? Оп. Удачи развлекаться. Оп, стоп. Куда я лезу? Все. Я за... Ну, спасибо, собачки. Хоть когда-то вы помогаете. Я думал, они уже не могут сюда попасть. Но нет, могут. Да, лучше их тупо пробежать. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы кристаллик. Ладно, уже хп, я переживу. Осторожно. Видите, я пока действую, да, без автосохранений. А, ну, я попросил броню в виде кристаллика, но можно и так. Да, я его заметил сразу. Что это? Какой-то огонь? Страшно, очень страшно. Еще один. Чем их лучше всего выносить? Может, рукой все власти, но не факт, что будет автонаводка. И мне кажется, тут будут еще собачки. А глава все еще Зен, правильно? Да, все еще Зен. Блин, я быканул. И да, если не перезаряжать... Третья! Да что это за Горыныч уже? Если не перезаряжать, когда нет... Ну как, если перезаряжать, если у вас нет патронов... Тогда оно перезарядку делает гораздо дольше. А если есть пару патронов, то перезарядка идет быстрее. Хотя мне об этом Жоня говорил еще, наверное, в серии так в третьей или четвертой. О, это место я тоже помню. Кажется, тут будут головоломочки. Вот типа таких. Надо будет отсюда выбраться. Да вы что, издеваетесь? И таких собачек что, много? Можно было бы, конечно, руку всевластия задействовать, но она пока долетит, вечность пройдет. Отсоединить, правильно? И что мне с ней делать? Потом обратно нацепить? Такое. Что за кристалл? Подозрительный. Но это все еще глава Зен, что самое интересное. Да, это место я прекрасно помню. Я его вспомнил только что. Тут я, походу, так тупил дико, пытаясь подключить все, что проходил это место довольно долго. Мне нужно все три, чтобы горели зеленым, я так понимаю. Эти двери вроде бы... Или не эти, какие-то двери открываются. Уже забыл. А, на зеленое нажать надо было. И это типа лифт, ну в смысле мост, как в God of War. А нет, я просто все сломал. Это как, я не помню, говорил я об этом или нет, я когда был в комплексе Лямбда и отключал там питание или что это, не, я... Затапливал реактор. Короче, я думал, что я его взрываю. На самом деле я его тупо охлаждаю. Я его запускаю. А не взрываю. Сейчас бы взрывать реактор. Гениально просто. О, вот третьего кристалла не хватает. Это для спуска вниз. Короче, привет, головоломки. Вот эту серию нужно было назвать головоломки. Но я назову ее, может быть, лабиринты или... Я не знаю, как. Вот это явно головоломки. Причем такие серьезные. Это, по-моему, восстанавливает... Не, это лифт просто. Я
помню, что будет какое-то место, где можно будет зайти вот в такую капсулу и хп восстановить. Вроде бы. Тут тоже один кристалл нужен. Мне кажется, мы найдем только один и будем таскать его туда-сюда. Открыть нельзя? Мало ли. Направо пойдешь. Наверное, выход найдешь. Налево пойдешь, тут дверь закрытая пока что. И... что я открыл? Ну, типа, к зелененькому подключил, но... Может, вот так? Серьезно? В центральный? И тут дверь открылась. Ну что, Жоня, видишь, какой у меня интеллект? Я вообще не туплю пока. Вот кристалл, который будем таскать все оставшееся время. Возможно, я тупо помню какие-то вещи с первого прохождения. Но я точно здесь тупил. Прям по-дикому. Что я делаю? Опять какой-то луч. Мне нужно 3 луча соединить. Ну, видимо, да. Блин, ненавижу падать непонятно куда. Шикарно. Я бы тут сохранился, потому что явно могу упасть. Это сейчас не сарказм. Это, к сожалению, правда. Мало ли, как я там угол выберу и упаду. Стоп. Вот так, типа? Не. Как бы грамотно так спуститься, не налажать. На ветку залезть нельзя, да? Надеюсь, меня хотя бы не заденет. И... на ветку мне прыгнуть надо. Не, можно просто вот так, да. Давайте дробовичок и рука всевласти. Это баланс. Баланс. Тут еще барнаклы были, которых ваншотнуло. Так я не смогу отсоединить. Да, оно же. Хотя нижнюю, наверное, можно. Типа пострелять куда-то. И секунду, как это тут можно легко это все решить? Залезть, может быть, отсюда по ветке или... как-то отсоединить можно? Но я просто так не перепрыгну, потому что это стенка невидимая. Точнее, не то чтобы невидимое, это типа стекло, я так понимаю. Что у меня есть такого, что можно было бы запустить и разорвать связь? Но это не получится сделать. Вот в этом месте я тоже тупил. А, надо просто подняться наверх. Блин, серьезно, я себе все так усложняю. Интересно, с первого раза я сразу догадался или ходил туда-сюда? И Жоня рофлил с меня. Как же хорошо, что у меня есть посадочные сопла. О, мы, наверное, уберем эту защиту, и можно будет использовать трамплин. И, кажется, с помощью этого трамплина, кажется, нужно было в первой серии Зена залезть туда, на ветку, где я там баганым паркурчиком прошел. Эй, достаться не хочешь? А, все так просто. Только кристалл я не спас. Нормально то, что кристалла теперь не будет? Возможно, он не нужен. Очень на это надеюсь. Да, вроде бы сюда. Тут еще попробуй не запутаться. Вот это явно лабиринты какие-то. Головоломки-лабиринты. Теперь можно перепрыгнуть. Эти уже мертвы вроде бы. Да. Вроде бы особо ничего сложного. Довольно интуитивно понятно. А я так перепрыгну. Почти не получил урона. Это даже сложно назвать уроном, если честно. Потому что наверняка будет место, где... да. Где это все пройдет. Ох, ё-моё. С безопасного места где-то нужно подорвать. Запись идет. Нормально там, мало ли. Что я беру вообще? Где моя рука всевластия? Вот она. Грамотно все взорвать. А если там взорвать? Нет. Это нужно перепрыгнуть.
Короче, грамотно не получилось, как, впрочем, и всегда у меня бывает. Возможно, тут надо в капсулу стать и по таймингу кинуть гранату, и меня не достанет. А если я на них стану? Я не взорвусь? Блин, серьезно, я если бы не попробовал, я бы голову ломал полчаса. Как это можно проделать? То ресурсов нет, серьезно, только взрыв пакеты. Это намек? То, что взрыв пакеты меня спасут. Ну, это ставить сюда надо, только там все перекрыто. Не торопимся. Если я взорву все в этой комнате, но ее, конечно, лучше предварительно закрыть. Я закрыть ее пока не могу. Надо вытащить, попробовать что-нибудь отсюда. О! О, хорошо. Сюда. Так. И вот так. И теперь можно попробовать взорвать все здесь. Кстати, как я это сделаю? Меня же достанет по-любому. Давайте не торопиться. Это мой девиз. Попробуем еще что-нибудь предпринять. Только на эту комнату повлиял, правильно? Тут ничего не изменилось? Нет, потому что тут нужен кристалл. Давайте думать. Если я, будучи в этой комнате, взорву все, что находится там, меня достанет тут или не достанет? А давайте я попробую сделать так. Раз нам дают взрыв пакеты, значит, можно спокойно сделать вот так. И сделать вот так. Может быть, даже тут рискну. И ухожу. За стеклом не достанет. Достало. Но явно взрыв пакета не просто так там лежат. Блин, что все заново. Капец. Ну тут я хотя бы уже знаю, что делать. А как тогда взорвать так, чтобы тебя не достало? Наверное, пока рано. Может, пока не надо сюда? А если я пойду в эту сторону? И активирую здесь? А, нет. Тут ничего и нельзя активировать. Значит, все правильно. Только туда. Раз. Два. Вот, блин, я дверь забыл закрыть. Забыл. Как видите, торопиться не нужно было. Просто закрываешь дверь. Значит так. Разбрасываем взрыв пакеты. Раз. Тут одного хватит. По идее, хватит. Два. И вот здесь три. Закрываем дверь. Сайонара, крошка. Только как-нибудь встать. Аккуратно. Есть. За дверью не достало. Все. Теперь аналогично делаем в этой комнате. На всякий случай. Я же говорю, взрыв пакеты дают не просто так. Ну вот и все. Головоломка частично уже решена. Теперь двери не закроются, да? Должны. Теперь вставляем вот сюда. Так. А где кристалл? Где мне находить кристалл теперь? Назад я выбраться не могу, значит, где-то тут. Что я этим открыл? Интересно, что это дало. А, все, видите, я трогать не могу это. Хорошо, меня это радует, значит, все сделал как надо. Только вот теперь понять, что где активировать. Провод. Он ведет туда. Но тут же дверь закрыта. Назад я не могу точно. Мне кажется, там есть какая-то комната, куда мы зайдем.
Я стараюсь вникать по максимуму. А, подождите, какая комната? Тут же кристалл лежал. Я для чего это все взрывал? Для того, чтобы с большого кристалла сделать маленький, правильно я понимаю? Да. Все, не буду торопиться. Второй луч. И потом что? Оно как-то дыру сделает в этой пещере или типа того? Ну, наверное, да. Я этим воспользуюсь. Вот и выход открылся. Шикарно. Пока что все на мази. Да, дохну, но это по моей вине, потому что пытаюсь в IQ. Тут собачек лучше не беспокоить. Я их обойду. Блин, а там стрелять придется. Давайте так. Все. Взрыв пакеты все-таки спасают. Там турелька. Это типа турелька. Я даже особо хп не теряю. Броню бы еще найти, было бы вообще 100. Да сколько тут турелей? Да, я понимаю, что я ценный арбалет трачу на эти турельки, но... Но по-другому никак. Хана мне, короче. Да, можно было бы руку всевластия использовать, но уже без разницы. Это я в панике находился. Вот и броня. Хорошо. Я еще не вернулся, да? Это не похоже на начало. Я тебя ваншотну. Вперед. Не, ваншотнул. Просто его не разорвало на куски, это странно. Паркурчик. Открываю. Иду сюда. Что за звуки страшные? Как оно там бьется? Что у нас здесь? А, вот где находится эта комната. В другом месте вообще. Но я помню, что там какая-то комната должна быть. В любом случае. Вот сюда нужно тащить провод. А я могу его полностью снять? Раз. Два. Могу. Раз. Давай, дотянись. Не могу? Что? А для чего тогда вот так делать? Это ж ничего не дает. Или я открою какую-то дверь? Да нет. По факту это не дает ничего. Почему-то я не могу дотянуться. А если взорвать? Давайте так. Лайфхаки. Нет. Тупой лайфхак. Это я сюда спускался? Я все вообще-то правильно сделал? Подождите, а если убрать? А, нет, все. Значит, все правильно. Там открылся проход. Там же это, да, провод шел. С места, где я подключал. Все нормально. Рука всевластия. Вот еще провод, но он не просто так. Тихо, не падай! Ты куда это упал? И теперь что мне нужно сделать? Ну, казалось бы, все логично. Мне нужно доставить этот провод сюда. Куда улетел? Я пытаюсь, типа... А, двери не закроются. Надо просто, чтобы они изначально открылись. Все. Все в порядке. Раз. И два. Вот и все. Идем дальше. Где там двери открылись? Они еще не открылись? А, ну да. Я ж третий луч только что не сделал. Да. Пока что почти не туплю. Что это у нас тут? Но в итоге, что он нас сделает? А, мне снова на лифт. Что он нас сделает?
просто перепрыгнуть звучит как-то слишком подозрительно. Но я попробую. Казалось бы. Окей. Это не может быть так просто. Куда кристалл отнести надо? Сюда. А, сюда нельзя вставить? Что происходит? Зачем это делается? Почему-то второй вставить я не могу. А, он типа закрыт. Нажать кнопку сначала надо. Да? Ну да, я походу пробью сейчас дыру. Кажись, я это и делаю. Вот и платформа. А что это? Видимо, это все. Больше ничего не произойдет. А, я телепорт просто сделал. Я думал, дыру пробью лучами. Не, все проще. Куда это я там свалился? Куда меня вообще телепортировало? Неужто это новая глава? Я был бы только рад, если честно. Чтобы вы знали, у меня сейчас видеокарта напрягается жестко так, минимум наполовину. Но эта игра, которая там вышла еще в далеком 15-м году. Победить ты не можешь победить. Это нарушитель? Глава. Нет, это, наверное, мне сказал тот босс. По-моему, в этом месте появится босс. И я сейчас испытаю всю честность на себе, как говорится. Нам это не впервой, так что... Чего бояться-то? Если тупить не буду, ну явно это же закос под... да, там будет босс. Причем я не помню. Нет, помню. Открытая местность будет, и я буду с ракетницей его убивать. Или это пока не здесь? Можно открыть? А, я и так все забрал. Да, 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 да. Это будет один из боссов, которого нужно забить монтировкой в конце, по-моему. Лучше я сохранюсь. Поехали. Как его зовут-то? Это тот самый босс? Где эта монтировка? Я половину, кстати, простейших уничтожил. Ганарх. Это он? Ой, я думал, это собачка. Спасибо. Очень пока полезно, учитывая, что... А, ну еще... Нет, это не кристаллы. Я думал, можно так на халяву ХП пополнять. Да, смешно. Где ты, мой дружок? Или мне нужно прийти к тебе самому? Вот кристаллики. Ну вы же понимаете, да? Я знаю эту арену, это будет битва с боссом. Только вот какой... А, вот, тут ХП можно похилить. Какой именно из боссов это? Там кто-то заспавнился. Для чего мне флайеры? Это Ганарх, короче, да? Что это? Пасхалка? Это что за пугало? Ну, короче, игра, давай уже вываливай его на меня. Я знаю, что это он будет. Ганарх ваш или... Еще одно пугало, типа. А-а-а, сначала нужно разбить... Или не здесь. Я должен его вызвать как-то. Чем мне прыжок в бок? А, у вороты, да. А мне кажется, он сначала летать будет. Это ж вроде бы паук. Это не паук. Хотя как паук может летать? Ну разве что перемещаться по своим этим паутинкам. Туда, наверное, пока рано. Хотя если попробовать взрыв... Не, я не хочу его тратить. Ты где? Может, он через время появится?
А может поджечь надо флайерами? Секунду. Эти я взять не могу. Может действительно поджечь и выманить его. Где там эти флайеры разбросало? Они вроде бы были здесь, не? Вот насчет огня я еще поверю, что можно там паутинку эту подпылить, если это паутина, конечно, но сомневаюсь. Огнестрелом лучше даже не пробовать. Это я подобрать не могу, потому что оно уже используется. Может, я протупил изначально и не взял? Короче, есть еще один вариант. Давай выходи, бомжара, где ты? Ну, это паутинка все, значит, это точно паук какой-то. Если так. Я уже думал, что... Да нет, нет. Но мне туда надо. То ли после босс-файта, то ли перед ним, чтобы вызвать его. Что я еще могу подобрать тут? А, понажимать эти пьедесталы. Прикольно. Я это должен был помнить, по-вашему. Типичный дыныска. А где еще такой? Вон еще один. Еще одна капсула. Да, я их подобрать не могу. Так что мне нужно только искать пьедесталы. Может тут? Да, последний был тут. Как я его не активировал-то изначально? Все? Еще не все. Сколько их тут? Босс, сколько тебе надо? Появись, пожалуйста. Давай же надери мне задницу. Я жду. Задолбал этот гонар, паучара этот долбанный. Прикиньте, если это не паук. Я тут навыдумывал себе. Что это такое вот? Ну да, я уже активировал. И еще где-то есть. Капец, вот это босс-файт, вот это экшон, я понимаю. Накал страстей. По проводу идти, может быть. На спавне? Ну, в смысле, вот в этом еще месте. Все. Где ты, дружок? Оттуда выйдешь? Я тебя зачитал. А, нет, из воды. Нет, это как какой-то гигантский хэдкраб. Это гигантский хэдкраб, это не паук. Ну, короче, это он, Гонарх, походу. Как его там звали-то? Вот его лучше... Это гигантский хэдкраб. Он даже разносит их, точнее, разводит. Так, лучше брать ракетница, я так понимаю. А, нет, есть у меня получше идея. Вот же уродец. На него вообще это действует, как думаете? Или я зря трачу? Ой. Я, кажется, тут ачивку получал. Знаете какую? Вот меня он выкинул за карту вот таким рывком. Не попадешь. Где там моя ракетница? А, да? Ничего себе. Он какой-то имбовый. Я не знаю, я его коцаю или нет. Надеюсь, что да. Хэдкрабы, не мешайте, пожалуйста. Тут разборка двух альфа-самцов, так сказать. Фримен против Гонарха. Огромного хэдкраба. Но по идее коцаю. Я слышу импакт. Блин, можно еще? Да, спасибо. Только ракетницы. Но подождите, это не тот босс. Это не его монтировкой добивать надо. Тихо. Я попробую, конечно, хотя... Чтобы монтировкой добить, надо понять, что... Блин, как я не увернулся-то? И я забыл паузу поставить. Давайте на секундочку. Хороший сейв, что еще сказать? Не, хорошо, я принимаю... Принимаю условия игры, хотел сказать, да? И тут такая игра про честность в моменте. Меня коцнуло. Все, я на остров, ты не доберешься. Буду хилиться. Я могу отсюда по нему пока стрелять? Ой.
А, не, нормально, я могу все еще. Ты куда? Нет. А он хитрый. Я не до конца похилился. Там вроде бы еще была где-то броня. Лучше сохраниться здесь, потому что у меня тупое сохранение. Ты урод. Но я могу все еще хилиться, а ты не можешь. Я буду хилиться. Мне пофиг на твой урон. Ха-ха-ха-ха. Вот это да. Можно броню не подбирать. Просто стрелять по нему издалека. Что? В смысле меня ваншотнуло? Или я сам по себе попал? Но это вряд ли. Не, я буду тут стоять. Пускай вылазит там. Ты где? Вот это радиус. Не, он не может так ваншотнуть. Как меня... Зеленый луч, что ли, поразил? Авада Кедавра? А-а-а. Понятно, это не Авада Кедавра, это бомбарда. Ну, короче, это мина-липучка. Или как это? Зря я пустил, да? Ну, короче, мне здесь задерживаться не стоит, потому что он на изи меня выкурит. Вот этим, вот этим, так сказать, да? Снарядом. Блин, патронов нет. Где тут у вас броня была? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Брони, конечно, нет. Но она где-то в начале валяется. Ну, привет. О, он стоял. Блин, он сквозь текстуры попадает. Хэдкрабы со спины. Сколько я раз уже сдох? Ну, конечно, тут игра про честность была, я понимаю. Несколько раз. Не, все, я выхожу на честный бой. Один на один. Тупо не промахиваемся. Мазила. А вот теперь нужно искать при... Что? Это что за рывок только что был? Как я должен был успеть отпрыгнуть от него? Ну, короче, да, я буду подыхать много на этой сложности, но я его вынес. Ага. Взрыв. Причем там такой нормальный радиус атаки. Класс. Ты не ударишь меня сквозь текстуры, понял? Блин, я в западне. Нет. Все, срочно убегать. Ой, только бы не упасть с острова. А ничего, что я нажал двойной прыжок и типа ничего не произошло? О, я броню нашел. Я, кажется, труп. А нет, у меня же сопла есть, я так не сдохну. Вот же урод. Он меня сейчас на расстоянии убьет, или я упаду просто. Ну, короче, стрейфиться в сторону надо. Но это не всегда помогает. Как видите, у него сразу две атаки, блин, идет подряд. У меня хп нет. А сзади хэдкрабики, да? Он врезается. Это меня радует. Прыгай! Как меня достало? Что это за самонаводящаяся фигня была? А, тут бесконечные ракеты? Или нет? Я лучше сохранюсь? Да, тут, конечно, можно без автосейва пройти, но... Я как бы летсплей снимаю, ну, в смысле, прохождение. Вылез. Ну, хотя бы хп восстановил частично. Какой же ты честный, дружище, какой же ты честный. Чтоб ты упал. Упасть не можешь? А... Я в сторону стрейфился, он все равно меня достал. Этот босс дисбалансный, я вам отвечаю. Жоня там может в комментариях хоть 100 раз оправдываться, что я его на изи убиваю с одним хп. Точнее, как там, со 100 хп и не дохну. Я все понимаю, но... Не ври, пожалуйста. Потому что у него такие атаки непредсказуемые бывают.
Алло, где моя ракета? Почему? Куда она летит? Я до сих пор не могу воспользоваться. Понятно. Она до сих пор летит. Я не могу ничего сделать. Шикарно. Да, глава называется Логово Гонарха. Короче, это тот самый босс. Его, по идее, нужно завалить с помощью ломика. Но когда этот момент должен произойти? А давай ты прыгать не будешь, да? Ну, раз 10 я уже точно помер. Ракета! Он меня сейчас легко... ХП у меня мало. Вот где моя ракета? Повезло. Удачи. Вот я вообще коцаю его сейчас. Конечно, он выпускает тот снаряд, который не контрится. И взрывает все везде. Это жесть. Надеюсь, запись там нормально идет. Куда он убежал? А, все. Я его не добил. Я за ним сейчас пойду. Можно хотя бы подобрать броню где-нибудь здесь? Короче, первый этап пройден. А тут не взорвалось. Это нормально вообще? Короче, я пошел. Сохраняюсь и пошел за ним. Вообще лучше, конечно, автонаводку включить. Да, он побежал туда. Что у меня тут за пистолет? Почему он вообще? Ну вот, логово, да. Я до этого не был в логове. А где фонарик? Почему? Он вообще как-то слабо работает в этом месте. Блин, серия будет большой. Так-то нужно было бы уже заканчивать и в следующей продолжить бой с ним. Но черт его знает, как оно будет, если честно. Я минут 10 проходил первую стадию, потому что дох постоянно на этой честности. Сейчас будет вторая, но вот... Ну вот где он? Он потом еще вернется, я так понимаю. Да, думаю, что вернется. Непременно. Короче, давайте так. На этом мы закончим серию. В следующей продолжим уже следовать за ним. Скорее всего, будет еще одна битва. Ну ж как скорее всего, это 100%. Завалим его окончательно. Скорее всего, уже, да, будет это в серии под номером 17. Или какая она там по счету. Не забывайте ставить лайки, заходить в мою группу в Телеграме. Ну и подписываться, если вы здесь новенький. Это была Black Mesa. Снимал ее Демпси. Спасибо всем за просмотр. И всем пока.